Сегодня не иссякает поток людей, посещающих аллею почетного захоронения, чтобы отдать дань памяти великому лидеру. Съемочная группа телеканала CBC сейчас находится в аллее почетного захоронения. И на прямую связь со студией выходит наш корреспондент Эльмира Мусазаде. Здравствуйте, Эльмира, пожалуйста, вам слово. Здравствуйте, Асли. Как вы верно отметили, мы сейчас находимся в аллее почетного захоронения. Сегодня с самого утра сюда приходят тысячи людей, чтобы отдать дань памяти общенационального лидера Гейдара Алиева. Буквально несколько часов назад глава азербайджанского государства, а также члены его семьи, посетили аллею почетного захоронения и возложили цветы к могиле общенационального лидера Гейдара Алиева, а также его супруги Зарифы Алиевой. Память общенационального лидера почтили также депутаты парламента Азербайджана, министры, представители дипмиссии, руководители крупнейших международных организаций, представители общественности Азербайджана. Позади меня вы можете видеть огромное количество человек, которые неиссякаемым потоком возлагают цветы и венки к могиле общенационального лидера. Среди них находятся представители различных национальностей, культур и вероисповедания. Сегодня они могут жить в Азербайджане в атмосфере мира и спокойствия. И огромную роль в этом сыграла грамотная политика, проводимая общенациональным лидером Гейдаром Алиевым. Именно благодаря его чуткому руководству сегодня Азербайджан во всем мире является образцом мультикультурализма и толерантности. По признанию многих из тех, кто сегодня здесь находится, Гейдар Алиев являлся не только выдающимся политическим деятелем, но и лидером всего азербайджанского народа. Рядом со мной сейчас находится генеральный директор Интерфакс Азербайджан, который долгое время являлся руководителем личной охраны Гейдара Алиева. Здравствуйте. Добрый день. Господин Иванов, поделитесь, пожалуйста, своим самым ярким воспоминанием об общенациональном лидере. Спасибо. Ну, конечно, добрым этот день никак нельзя назвать, потому что чувство признательности, чувство скорби, которое сегодня уже 14 лет как нет с нами, Гейдара Алиевича переполняют, я думаю, каждого гражданина Азербайджана. К сказанным вашим словам о его великой национальной политике я хочу добавить и всенародную любовь, на которую я сейчас обратил внимание, и все эти 14 лет, приходя сюда в этот день, на могилу Гейдара Алиевича, я вижу огромное количество людей, которые не каким-то принудительным образом, а по зову своего сердца приходят почтить память великого национального лидера. Вы сказали о политике, которая сегодня процветает в нашей стране. Но ко всем этим качествам надо добавить и человеческие чувства, человеческое понимание Гейдара Алиевича с самого начала его трудовой профессиональной деятельности. Будучи у руководства Комитета государственной безопасности Азербайджанской республики, будучи первым секретарем ЦК Азербайджана, будучи первым заместителем председателя Совета министров СССР и президентом независимого Азербайджана, мыслью и чаяниями Гейдара Алиевича всегда были любовь к своей родине, любовь к своему народу, и благо народа всегда стояло во главе его трудовой деятельности. Светлая память великому человеку нашей страны и мирового сообщества. Спасибо вам большое. Я напомню, мы сейчас находимся в аллее почетного захоронения. Сегодня памятные мероприятия, посвященные общенациональному лидеру, проходят не только в столице, но и в регионах республики. Студия. Спасибо, Эльмира. Я напоминаю, на прямую связь со студией выходила корреспондент телеканала CBC Эльмира Мусазаде.